Re, viss ēters ir te! Всем большой привет! Это меню онлайн, и сегодня мы с вами будем готовить вок. И, конечно, вок, наверное, в первую очередь ассоциируется с Китаем. Что ж, сегодня наш с вами вок будет из курицы и овощей. Нам понадобятся куриные окорочка. Мы сегодня будем использовать 2, возможно, 3 окорочка, потому что они такие небольшие. Первым делом мы будем с вами нарезать курочку кубиками и будем обжаривать все это на подсолнечном масле. Вот здесь очень важно, чтобы все хорошо прожарилось. Наш вок с вами будет не только куриный, он будет еще и с овощами. Я взяла баклажан, цукини и паприку. И нарезаем наши овощи соломкой. Вок вообще чем хорош? Его готовят очень быстро. И ты можешь туда положить любые ингредиенты, которые ты хочешь. Это действительно полет фантазии. Ну и пока оно все обжаривается на сковороде, я предлагаю сделать соус. Для соуса нам понадобится сладкий чили, соевый соус. Насчет того, брать его более или менее концентрированным солью, это уже на ваше усмотрение, на ваш вкус. Но, собственно, именно соей мы будем регулировать то, насколько наше блюдо будет соленым. И также это будет 3 зубчика чеснока. Берем кокосовое молоко. В это блюдо отлично впишется петрушка, кинза, укроп, то есть любая зелень, которая у вас есть. Просто будем посыпать ее сверху. Ну а у нас с вами самое время перекладывать все это порционно и начинать пробовать наше произведение искусства. Очень вкусно. Соус, который мы с вами делали, он отлично вписывается в это блюдо. Он дает здесь и какая-то остринка, и нежность за счет кокосового молока. И, в общем, здесь есть все. Обязательно тоже пробуйте готовить вок, экспериментируйте, добавляйте туда разные ингредиенты, пробуйте, не бойтесь, фантазируйте. И, конечно же, приятного аппетита!